Минздрав предупреждает. Дым в глаза создает уют. В целом будем общаться на вечные темы, потому что после прошлого приветствия к нам подошел анонимный зритель и сказал, что он нас очень любит. Но сколько можно петь про алкоголь, вредные привычки? Я вам, говорит, антиалкогольную тему сделаю. Будете выкручиваться. Но мы это, собственно, и подготовились. Собственно, даже отрепетировали и, собственно, даже вышли показать выступление, целый номер, посвященный поддержке... Поддержке? Борьбе. Борьбе. Борьбе с алкоголем! Он пришел такой весь в белом, полон праведного гнева. Он сказал, что он нам тему идеальную нашел. Говорил нам, что доколе со своим мы алкоголем, на ушах уже мозоли, надоели уже, мол. Возмущался, что мы грязно, своевольно, безобразно, тексты пишем раз за разом, все про вредное притом. Ну и что, что вы не дети, ведь на вас же смотрят дети, за детей мы все в ответе, вы же устроили дурдом. Нет, спели бы про солнце и про ЗОЖ, ну и про речку можно два куплета, а то вам петь про трезвость, как про дождь, по-видимому, скверная примета. Минздрав предупреждает. Чрезмерное упоминание алкоголя вызывает раздражение непьющей личности. Мы сделали выводы, и теперь мы не будем говорить алкоголь, будем говорить книги. К тому же барды так уже давно делают. Что, серьезно? Да, конечно. А иначе зачем же с собою брать Тургенева 8 томов? Действительно. Посреди слета Рекс, куда каждый спешит, между шумных стоянок и тихих костров, книжные встали не дети, не знавшие ритм песен к приветствию нужных, как, впрочем, и слов. Знали мы выступление уже на носу и сумели собраться заранее в лесу. Нам бы сесть и придумать приветствие в срок. Мы же книги глотали, пьянея от строк. И когда рядом рухнет начитанный друг, над недописанной песней ты взвоешь скорбя. Ведь один сочинять ты останешься вдруг, потому что читали все больше тебя. Сколько можно, скажите, читать все подряд? Зачем смешивать классику и сам издат? Посмотри, сколько книг с собой каждый прибрет. Хорошо, что хоть мягкий у них переплет. Если в хлам начитавшись ты просто упал, если стал декламировать все, что читал, даже не помнишь последняя книга о чем, то ты просто на болту со слезки при чем. Если ужин сготовил, на сцене сыграл, если каждый костер твой запомнил вокал, если осенью в речку ты ночью нырял, значит, нужные книги на слете читал. Минздрав предупреждает, разведение костров вызывает лесников. По многим известным причинам дороги нам все хороши. По луже прошел как мужчина, иди теперь обувь суши. Прощайте, кроссовки, костер сожжет.
шнурки и подметки летят в небосвод. Как жалко кроссовки, стекает слеза. Нельзя сушить шмотки. Спасибо, Минздрав. Минздрав предупреждает: отсутствие жены на слете вызывает необходимость самостоятельного приготовления еды. Лежит одиноко миска, и ничего в ней нет. Держу над костром сосиску, будущий мой обед. Держу высоко неловко, но как за ней не смотри, сосиска сгорит снаружи, будет сырой внутри. Минздрав предупреждает: чрезмерное пение вызывает нехватку времени. Каждая спетая песня отнимает 2-3 минуты вашей жизни. А у некоторых авторов по 10. Ах, зря на слёты мы катаемся, а за здоровье не стремаемся. Там ведь жрут чего не попадя, и даже пьют чего нальют. Но только жопы наши бедные, туристические пленные, одуревши с кресел офиса, чуть дожди в леса бегут. Там будет снова Щербаков, и что-то кроме петь еще желательно. О боже мой, как много слов, очаровательно. Ах, как вредно есть палёное, ах, как вредно есть палёное, вредно надевать палёное и вообще палить костры, не подумав о последствии, вредно вредничать в приветствии, и по последним изысканиям лучше дождь, чем комары. Мы и так хотим немногого, лишь чуть-чуть пожить в иллюзиях, в лес хотя бы до снега выбраться, чтоб до лета дотерпеть. Переделки наши стырили, тексты песен наши сузили, и хотят забрать последние в электричке право петь. Но вот на слете человек всех манит радостью, поет про гадости. Но как с Маршанычем не спеть, ведь он же, ах, балдеть. Минздрав предупреждает, а мы ему в ответ, что проведем на рессе немало времени. Кто прав, а кто не прав, давайте же положим хотя бы на Минздрав. Давайте разъедать.